занесло сегодня меня в жилой массив Царское село, или Царский. Это по улице стороны Водницкой. Это мы сейчас на улице стороны Водницкой, 13А. Там у нас бульвар Лось Украинки. Справа улица стороны Водницкой петляет. Слева спускается к Днепру бульвар Дружбы Народов. Там впереди, в стороне Днепра, на конце вот этого там огромного отрога, будет старое Зверинецкое кладбище. Я здесь успел поговорить с бабушками, они мне все рассказали. Оказывается, здесь самая большая знаменитость в этом районе. В номере 21А жил он. По улице Стороны Водницкой. Это космонавт Каденюк, первый украинский космонавт. Вот здесь вот умер нас в 18 году. Было ему 67 лет. Пошел он бегать, как рассказывают бабушки, в кроссовках на спортплощадке. И его там нашли. Сначала думали бомж, а потом разобрались. Говорят, сердце. Сейчас мы немножко проедемся, посмотрим на этот район. Конечно, массив здесь огромный. Просто громадный. Место здесь такое, что с верхних этажей отличная панорама открывается на Днепр. Но с того берега эти здания видны неплохо. Единственное, что они друг другу закрывают вид, что все высотные. Вот профиль этого здания, крыша его волнистый, можно хорошо наблюдать из разных мест Киева. Он такой примечательный. Вот огромные высотки. Блин, даже считать эти этажи. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше много. Конечно, раньше Киев выглядел зеленым городом с левого берега, а теперь кругом торчат высотки. Что поделать? Самый священный вид города — это был вид Киево-Печерской лавры с левого берега железнодорожного моста. Киев казался одним огромным лесным бором зеленым. Вот мы уже на стороне Водницкой. Здесь раньше ходил трамвай, теперь его нет, разумеется. Трамваи. Было что-то милое, он так славно позвякивал.
постукивал своими тормозными колодками, позвакивал звоночком. Вообще трамвай был симпатичным, красный с желтым, цвет мне всегда нравится. Сейчас заедем в квартал. Разное время постройки дома. Вот это постарее, поновее. Там где-то должно быть Староводницкое кладбище. Ой, Зеленецкое кладбище. А вон в той стороне, за бульваром Дружбы народов, будет и сам Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь. Вон как отсюда хорошо видна Родина-Мать. Туманно сегодня немного. Хотел спросить, где кладбище, но молодой человек вряд ли знает. И вряд ли ему это интересно. Футбольное поле. Ну, там на краю этого мыса, наверное, есть кладбище. Да, понастроили. Здесь тоже нумерация идет, Староводницкая. Вот он, логотип царский. Это мы сейчас поднимаемся по сторонам Водницкой. К улице Кутузова, или она теперь называется генерала Алмазова.